Вот вас-то звать, значит. Бахтин Николай Викторинович. У нас включено все. Да, 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 работает. Родом сам Шалотский, с Большого Погорелого. Деревня такая есть. Вот уже исполнилось 62 года. 53-го, да? Туда. Ну, а на гармошке меня тут учил мой дядька. Было это... Я не хотел научиться, да, меня, в общем-то, заставил. Говорит, я тебе привяжу, говорит, руки свои, да, все равно, говорит, научил, мне надо, говорит, кому-то передать. Это сколько это... вам лет-то было, когда вот он за вас взялся? В школу ходил, наверное, лет 10, может, 12 было вот он мне. И так, интереса никакого не было. Он все равно меня каждый вот вечер пригласит домой и давай, надо мне передать вот переборы такие, эти вот. А его как звали? Киприянов Анатолий Иванович, это моей бабушки брат. Угу. И он раньше гармонистом тоже был. Он на тальянке играл, на гармошке. А он какого года рождения? Он 1895 года. Ага, старинный. Да, такой. Он инвалид войны, без ноги был такой. И вот играл такие переборы. Так вот, вот ионные переборы. Частушки тоже он меня тоже учил. Они как раньше, вот под частушки такие, уже другие. We'll be right back.